Не лучшая ситуация и с экологией за городом. И сколько раз мы об этом говорили, не меняется ничего. Стоит выехать в ближайший лесок, наткнешься на свалку ртутных ламп и медикаментов. Вот очередной случай. Коробки из-под лекарств и антисептиков, ящики из-под костылей. Все это обнаружили местные жители у трассы Подгорянка-Шихова в Сосновом Бору. Люди предположили, что где-то идет перепрофилирование учреждения под инфекционный госпиталь, и весь мусор после ремонта свозят в лес. Свалка обнаружилась не одна. Около садоводческого товарищества нашли оконные рамы, ртутные лампы, старую мебель и другой хлам в нескольких местах. Люди обратились в ОНФ, активисты среди медицинских отходов нашли маркировки со штрих-кодами и названиями фармацевтических компаний, которые поставляли учреждению лекарства. С помощью этой находки общественники планируют найти виновника. И если бы это был единичный случай, за несколько лет активисты ОНФ нашли не один десяток загородных свалок. Их убирали, но на их месте тут же появлялись новые горы мусора. Это такие отходы, которые вообще не разлагаются. И наш лес, как говорится, уничтожают этим мусором, и нам ходить здесь неприятно. А люди собирают ягоды, семьи выгуливают детей, и отдыхаем, ходим. Радует только то, что на этот раз есть шанс привлечь виновника к ответственности благодаря тем штрих-кодам, которые мы обнаружили на лекарственных препаратах. Все это мы зафиксировали на фото, видео и уже отправили свое обращение в прокуратуру и Росздравнадзор. Надеемся, что они оперативно подключатся и нам удастся все вместе установить нарушителя, который устранит эти свалки за свой счет.